Пальмочки растут. Ну вот не спрофилировано, уже лежит на земле. Такие здесь парки. Молодые березки посадили. Вот, ну, наверное, еще. И десятка метров нету. Еще не выросли. Так. Тут еще пальмочки. Вот тут лечебница. Сегодня Макс работает, потом я 2 дня работаю. Типа солнечных часов, но на самом деле здесь указатели. Карловы Вары 2800, Баден-Баден 2400, Золотые Пески 720, Майорка 3000, Мальта 2300, Анталия 1120, Сочи 124, Дубай 2880, Мертвое море 1500, Пхукет 7000, Кисловодск 303, Ставрополь 234, Челябинск 1890, Нижний Новгород 1305, Москва 1188, Юрмала 1725, ну и опять Карловы Вары. А в центре с указателями компаса горячий ключ. Смотрите, как замутили тут люди. Опа, дерево. Старое-старое дерево. Ну-ка. Очень крепкая порода. Прикол. Вон клены стоят, каких размеров. Обратите внимание, наверное, метров 30, не меньше. Вон эти крысы летучие. Смотрите, сколько их тут. Заняли всю лавочку и никого не пускают. Обалдеть. Вот тут поспорили, я говорю, что это эвкалипт. Смотрите, практически пластиковые листья вообще. Мне говорят, нет. А я говорю, да, это эвкалипт. Самый натуральный. Натуральней нету. Был бы еще более натуральный, если бы здесь сейчас сидела коала. Но поскольку коалу мы с собой не взяли, а местные ее не выдают по приезду, можно только догадываться. Так. С деревьев сыпется всякая муть. Лев. Тут второй. Что там под ним? Кабан какой-то. Видите, какие домики. Опа! Пора переходить на такой живой формат общения. Вот, стабилизации хватит, я надеюсь. Здесь у нас и художник работает, квас, лимонад продают. Думаю, дай-ка зайду к художнику, пообщаемся, что скажет. Тут смайлик на колесах катается. Всем флюиды добра отправляет. Ну вообще вот это вот вид такой, что ты идешь и горы вот на горизонте просто окружают. Высоченные деревья. Это такой кайф. Здесь мы сейчас гуляем, вот санаторий минеральных вод стоит. Сюда можно вполне приехать. Цены нормальные. Можете вот реально заказывать, приезжать. Здесь есть что посмотреть. Помимо... вот еще, видите, вон там стоит. То есть на разный уровень можно заказать номер себе, лечение на разный уровень. Вот. И с удовольствием провести время. Здесь есть что посмотреть. Вот во всем Горячеключевском районе здесь реально есть что посмотреть, куда съездить, где покушать. Вон, смотрите, это местный. Я подозреваю, что ему неплохо. Ему очень хорошо. Обратите внимание на вот эту вот довольную морду. Вот в этой части парка очень цивильно, я вам хочу сказать. Очень цивильно.
курорту 40 лет. Здесь такое изваяние сделали. Смотрите, водичка стекает из кувшина. Вот, честно говоря, шикарное место для жизни. Смотрите, парк под окнами, все вот эта красота, все эти деревья, санатории, минеральные воды, псикупс, горы. Здесь можно гулять каждый день. Сколько же здесь стоят квартиры? Ну, наверное, дорого. Я могу только предположить, что здесь, скорее всего, однушка начинается миллионов от 10. Вот у них свой двор закрытый. Машины хорошие стоят во дворе. Паркинг. Вот, посмотрите, какая красота. И вот так вот жить. Ну, правда, здесь, наверное, удобнее снимать. Если у вас денег позволяет это купить, то вы и снимать сможете. Потому что и продавать это будет долго. Вот видите, здесь продаю, сдаю через каждую квартиру. Такие вот огромные веранды, ну, балконы. Прям метров по 20, не меньше они, квадратных. Ну, шикардос. И вот прям вход в парк, и здесь вот гулять. Хотел бы я тут жить, если честно. Ну, надо же, чтобы еще и среда обитания позволяла. Здесь должны быть друзья, родные, там. Куда-то надо ездить, отдыхать. Ну, классно. Я в Химках живу около 3 парков сразу, но все равно они не такие ухоженные, как этот. Я перешел на камерный звук, потому что у меня сели батарейки в передатчике. Честно говоря, даже не знаю, сколько успел записать, прежде чем он сдох. Надеюсь, все записал. При монтаже будет видно. Ну вот, еще раз вот вам показываю. Мы идем в сторону старого замка. Уже прошли вдоль парка, наверное, с полкилометра. Все очень нравится. А температура, такие дикие испарения, что вот я весь мокрый. О, тут у нас что, рябина? Да, рябина. Сердечникам помогает. Я ее ел пачками в детстве, не знаю, что там у меня. Помогло, нет. У нас в Ударах она росла, красноплодная рябина. Еще есть черноплодная, еще какая-то другая есть. Такие деревья здесь шикарные. Клёны, дубы. Тут даже не все знаю, вот что это такое вот за растение. Что это за листья? Напишите в комментариях. Березки молодые. Это тоже не знаю. И это не знаю. Это тоже не знаю. Вот такие тут медведи. Вообще в парке очень красиво, знаете. Вот сейчас мы подойдем, здесь такая инсталляция будет. Наверное, неправильное слово подобрал. В общем, сейчас будет клумба такая центральная. Здесь вот реально приятно сидеть на лавочке рядом с ней, смотреть на нее. Вот давайте одним кадром я вам запишу. Смотрите, какая штука классная. Так, водичка немножко загуляла. Ну, почистить, да, почистить будет не мешает. Жарко.
Друзья мои, ну вот и итог моего однодневного визита в Горячий Ключ. Вот, я побывал у своего дедушки, походил по центральным улицам, покатались немножко, заехали чуть повыше в горы. Вот, потом подъехали к гостинице и ресторану, там где старый замок, горе Петушок. Сходили в речке, ножки помочили, вот, на мост поднялись, на сказочный мост, рыбу посмотрели, птичек послушали, все было очень даже душевно. Прошлись-то по территории санатория, где минеральные воды, прекрасное место, прекрасный парк, в принципе, я все отснял, вы, наверное, все уже посмотрели, раз уже это я говорю, вот. Ну, значит, поездка была очень даже радушная и приятная. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Увидимся.